Форум профессионалов индустрии развлечений и отдыха проходит уже в 25-й раз. Каждый год специалисты отрасли стараются в его ходе обсудить самые проблемные вопросы. На этот раз в фокусе внимания, помимо традиционного вопроса безопасности, концепция современного парка. Парк, как советский парк, носил функцию развлекательную, образовательную и воспитательно. Мы сегодня как раз здесь, в режиме онлайн, будем решать, куда и в каком направлении пойдут у нас парки. Важный вопрос. За неделю работы форума будут обсуждать более 200 специалистов из 46 регионов России, а также Турции, Италии, Нидерландов, Казахстана и Белоруссии. Время идет, парки меняются. Например, Краснодарский край и Сочи в том числе диктуют совершенно новую тенденцию. Это, наверное, сейчас у нас в России новый формат, который двигается. Это создание туристических тематических парков. То есть, если у нас большинство парков в России остаются городскими, то есть, вот, как бы работающие просто на население городов, там крупный, маленький, там такой, то вот отношение Краснодарского края здесь как раз вот тематические туристические парки. Примером могут стать Сочи парк или Скай парк. Эти площадки привлекают туристов со всего мира. Помимо традиционных аттракционов, Сочи парк, например, на своей территории проводит различные фестивали, мероприятия и шоу. Это уже нечто большее, чем просто парк. И это направление специалисты индустрии развлечений будут всячески поддерживать. У нас не чисто коммерческие, а коммерческие парки, а, наверное, в первую очередь это социокультурные предприятия. У парков появляется свое лицо. Парк не просто как бы тиражированный, там, да, вот, одинаковые все, они выходят каждый со своей направленностью. Этот исторический, этот получается чисто познавательный, это развлекательный. Кстати, сочинские парки специалисты изучат подробно в рамках специальных экскурсий. Завершит форум индустрии развлечений церемония награждения победителей конкурса «Хрустальное колесо». Его проводят среди парков культуры и отдыха. За 13 лет проведения церемонии в число лучших несколько раз попадал парк «Ривьера». В прошлом году «Хрустальное колесо» досталось и Сочи парку, как лучшему тематическому. Попадут ли парки Олимпийской столицы в число победителей в этом году, станет известно 25 сентября. Галина Захарова, Ольга Десятова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.